Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Наши чиновники не устают радовать собственной предсказуемостью. Когда в 2011 году отменили техосмотр, сразу появилось предположение, что вместо этой процедуры появится другая. Не могут же автомобилисты просто так ездить и никому денег не платить. Не прошло и двух лет, как предположение получило подтверждение. На сайте ГАИ опубликован проект очередного покращения. Документ этот носит ничего не объясняющее название о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усиления ответственности за отдельные виды нарушений в сфере безопасности дорожного движения. И действительно, большая часть текста планируемых изменений касается именно штрафов. Сим проектом предполагается существенно повысить ответственность за, например, непристегнутый ремень. Штраф за это могут поднять до 340 гривен с нынешних максимальных 81 гривны. Ну, против такого ничего не имею и обеими руками «за». Еще одно предложение, против которого, уверен, автомобилисты протестовать не будут, это введение штрафов за установку на дороге препятствий, мешающих движению или парковке транспорта. Тем гражданам и организациям, которые считают, что приватизировали кусок дороги для стоянки своих машин, придется либо отказаться от всевозможных табличек, конусов и оградок, либо платить штраф до 680 гривен, ну или отправиться на общественно полезные работы на 40 часов. Предусмотрено проектом еще одно полезное новшество – повышение штрафов для руководителя организаций, отвечающих за содержание дорог, до 1700 гривен за невыполнение предписаний ГАИ, касающихся безопасности движения. Думаю, это новшество особых возражений не вызовет. А вот остальные? Фактически, проект закона предлагает возродить техосмотр на дороге, вновь наделив инспекторов ГАИ правом проверять техническое состояние любого автотранспорта. Напомню, что сегодня в ПДД среди обязанностей водителей нет ничего, что заставляло бы автомобилистов предоставлять возможность для проверки исправности машины. Да и среди прав и обязанностей работников милиции тоже ничего подобного нет. Однако, судя по всему, будет. Проект предусматривает внесение изменений в закон о милиции, дающий сотрудникам МВД право контролировать техническое состояние транспортных средств во время их эксплуатации, то есть на дорогах. И это еще не все. Специально под новые возможности гаишников предлагается ввести отдельные штрафы за тонировку стекла свыше разрешенных пределов. И штрафы не маленькие, до 680 гривен. Привет старшему брату, России, в которой аналогичное положение действует уже не первый год. Многим такое нововведение будет крайне неприятно, понимаю. И только это еще не все. Проект закона содержит запрет на колхозный ксенон и китайские светодиоды. За использование световых приборов, не отвечающих конструкции транспортного средства, или использование ламп, не предусмотренных заводом-изготовителем, также будут введены штрафы до 595 гривен. Опять же, против запрета левого ксенона, светящего куда попало и слепящего всех встречных и попутных, ничего возразить не могу. А вот фактический запрет на самостоятельную установку дневных ходовых огней, которые недавно введены в правила дорожного движения, это, считаю, в корне неверно. Если соблюден стандарт при их монтаже, то вреда от ДХО никакого, а польза, несомненно. Ну ладно, пока это проект еще в стадии обсуждения, и каждый желающий может высказать свое мнение на сайте Департамента госавтоинспекции. Может, авторы проекта прислушаются к гласу народа и одумаются, хотя, судя по недавней истории с введением изменений в ПДД, никакое общественное обсуждение ничего изменить в тексте поправок не смогло. Думаю, и в этот раз будет так же, поэтому начинаем готовиться к проверкам на дорогах. И с грустной усмешкой вчитываться в последнее предложение пояснительной записки авторов документа. Проект акта не містить правил и процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень. Похоже, госавтоинспекция всерьез озаботилась состоянием безопасности движения двухколесного транспорта. В течение одного месяца в городе прошло уже второе мероприятие с участием ГАИ, посвященное открытию мотосезона. В этот раз организаторами выступила Национальная ассоциация мотоциклистов Украины. Байкеры собирались на мероприятие на привычном для них месте – смотровой площадке возле подвесного моста. Рядом с пестрым набором техники любителей двухколесного транспорта рядком выстроились мотоциклы взвода сопровождения областного ГАИ. Сотрудники госавтоинспекции, помимо сопровождения колонны мотоциклистов, воспользовавшись моментом, разъясняли байкерам необходимость соблюдения ими правил дорожного движения. На сегодняшний день в Харьковской области уже 35 ДТП с участием мототехники, 4 человека погибло, 31 получили
тяжелые травмы. Однако не только безопасность движения в этот раз интересовала ГАИ. Не секрет, что много еще среди владельцев двухколесной техники таких, что не регистрируют мопед или мотоцикл в МРЭО, считая это глупой тратой денег. Как оказалось, регистрация имеет помимо легализации транспорта еще один важный плюс – защита от угона. В случае угона у нас есть определенные данные, идентификационные номера кузова, двигателя, цвет, год выпуска, какие-то минимальные данные, которые необходимы для осуществления разных мероприятий. И в последующем, даже если пройдет какой-то период времени, в другом районе, в другой области, можно идентифицировать этот мотоцикл как угодно. После воспитательных бесед с представителями ГАИ мотоциклисты приступили к тому, ради чего, собственно, и собирались. Привлечение внимания участников движения к проблемам безопасности двухколесного транспорта. Колонна в сопровождении эскорта ГАИ, проехав по центральным улицам, добралась до площади Свободы. Здесь активисты НАМУ распределили между собой перекрестки города и в сопровождении инспекторов ГАИ отправились на них раздавать листовки с призывами к водителям быть внимательнее. Обратить внимание водителей, населения, ГАИ, пешеходов и всех остальных участников дорожного движения на то, что появились мотоциклы на дорогах, что это является транспортом повышенной опасности, и как бы чтобы обращали внимание на то, что мы уже на дорогах. Ну что ж, надеюсь, польза от такой раздачи будет. Однако самим байкерам следует помнить, что, по словам представителей ГАИ, большинство аварий с участием мотоциклов или мопедов являются следствием ошибки именно их водителей. Пятнадцатого мая истекает срок моратория на штрафы, о котором говорили руководители ГАИ после вступления в силу поправок в правилах дорожного движения. То есть через 2 недели за нарушение новых требований ПДД водители начнут наказывать. Однако следует помнить, что в измененных правилах имеются не только поводы для наказания автомобилистов. Напомню, что изменения в ПДД, вступившие в силу с 15 апреля, вводят 25 новых дорожных знаков и меняют требования старых, уже привычных. Среди тех – бублик и кирпич, или, как правильно, движение запрещено и въезд запрещен. Именно эта парочка присутствует уже много лет на площади Свободы. Один стоит со стороны Сумской, другой со стороны университета. Так вот, с середины апреля эти знаки стоят неправильно, вернее, незаконно. В обновленных правилах теперь четко прописаны случаи, когда могут применяться эти знаки. Так, знак 3.1 «Движение запрещено» запрещает движение транспорта только в случае, если на улице организовано пешеходное движение, имеется соответствующий знак. Или если по улице могут двигаться только маршрутные транспортные средства. Или если проезжая часть улицы находится в аварийном состоянии. Как мы, водители, видим и знаем, на площади Свободы нет пешеходной зоны. Правда, пешеходы об этом не догадываются и ходят как попало, но это уже их проблемы. С проезжей частью здесь тоже все в порядке, не идеально, но в приличном состоянии. Ну и маршрутный транспорт явно не монополист в этом месте. Таким образом, со стороны Сумской въезд на площадь теперь не запрещен. С противоположной стороны от университета установлен знак 3.21. Обновленные правила и про него говорят следующее. Запрещает въезд всех транспортных средств в следующих случаях. Для предотвращения встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением. Для предотвращения выезда транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.8. Для организации отдельного въезда и выезда на площадках, которые используются для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, АЗС и тому подобное. Для запрета въезда на отдельную полосу движения, при этом знак должен сопровождаться табличкой 7.9. Как мы видим, ни один из указанных в правилах случаев здесь не применим. Таким образом, и этот кирпич можно игнорировать. В итоге получается, что для въезда на площадь и выезда с нее можно законно и безопасно использовать ту ее часть, которая прилегает к саду Шевченко. Здесь и въехать проще, и выехать. Благо, светофор – штука намного более предсказуемая, чем добрая воля проезжающих по Сумской водителей. Там, возле стекляшки, въезд-выезд, лотерея. Успею, не успею, пропустят, не пропустят. А здесь включился зеленый, езжай на здоровье. Только про пешеходов не забывай. Итог. Знаки снять, как бессмысленно ненужные, а экипаж ГАИ, постоянно дежурящий здесь, отправить на другой аварийный участок. Там пользы от него будет явно больше. Апрель месяц отметился не только стартом мотосезона, о чем Бардачок уже рассказывал. 20 апреля открылся сезон ралли. В Крыму, неподалеку от поселка Черноморское, стартовала раллийная серия «Кубок Лиманов».
20 апреля был дан старт сезона 2013 по ралли. Чемпионат Украины начнется только в мае, но уже сейчас команды получили возможность проверить в реальных боевых условиях технику и экипажи, застоявшиеся за долгую зиму. В этом году ралли «Черномор» собрало рекордное количество участников. На старт вышло 65 экипажей. Небывалый результат для кубковой гонки. Причем среди спортсменов не только украинцы. Были экипажи из Белоруссии, Турции, Прибалтики. Прекрасная трасса, прекрасная дорожка. У нас было, на удивление, мало аварийных ситуаций, буквально пару аварий. Вот, прекрасная дорожка для тренировок. И было, она была достаточно длинной. То есть 120 боевых километров – это серьезная дистанция даже для чемпионата Украины. Экипажам предстояло за два дня пройти 6 спецучастков по грунтовым дорогам Западного Крыма. Для трассы характерно сочетание скоростных участков со сложным грунтом – глина и камни. Из-за этого экипажам дорого обходились ошибки пилотов. Порядка 15 машин до финиша не дошло. Не обошли проблемы и харьковчан. Экипаж команды «Хада Моторспорт» в составе Николая Чмыха и штурмана Александра Вельчинского на одном из трамплинов лишился привода. Однако это не остановило спортсменов. Потеряв больше 30 секунд, харьковчане все же добрались до финиша. Причем показали третий результат. И это в самом сложном классе P8, полноприводной турбомашины, в котором стартовало 22 экипажа. Два других харьковских экипажа сумели подняться на высшую ступеньку подиума. Экипаж Костюков-Коршиков стал лучшим в классе P5, а Станислав Беседин с Александром Донским обошли всех в классе PS6. Причем финишировали ребята с огромным отрывом, объехав на переднеприводном Форде гораздо более мощных полноприводных соперников. Кстати, для Евгения Коршикова это был дебют в профессиональном ралли. Это человек из любительского ралли, который много отъездил с нами в соревновании. И я думаю, что этот экипаж уже сросся, и он будет выступать в чемпионате Украины и покажет достойные результаты. По итогам первого этапа Кубка Лиманов команда «Хада Моторспорт» оказалась во главе командного зачета. А вскоре харьковчанам предстоит отстаивать свое достижение в гонке «Кубок Приазовья», которая пройдет 2-3 мая. Ну что ж, удачи! Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.